вами я, Элис. Вы попали, да, вы серьезно попали на вторую часть моего влога. Если вы еще не знаете, где я нахожусь, то обязательно смотрите первую часть, чтобы быть в курсе всех событий. А также подписывайтесь на мой канал, мои социальные сети, чтобы пообщаться со мной. И не забывайте активировать колокольчик, чтобы не пропускать все мои новинки. В этом влоге вас ждет самые интересные и запоминающиеся события из моей жизни за последние 2 недели. Давайте не будем с вами тянуть и перейдем к ним. Как прошел мой 3-й день? Сначала я 5 часов монтировала видео, потом пошла купаться. До этого ходила купаться. Это, короче, не важно. Сейчас мы идем в сторону центра, в магазинчик. Выбираю очки, какие лучше. Знаете, что я могу сказать? Все идеально на видео, но в реальности все у меня плохо. Мне натирают кроссовки. Правая пятка, я думаю, просто будет в крови. Ух, спустя час ходьбы. Вы можете себе представить час? В общем, мы дошли наконец-то до продуктового магазина Carrefour. Вся прическа истрёпана, можно я опять поною? Мы подошли к вентиляту. Боже мой, это прекрасно. Смешняшка. Посмотрите, какой наборчик с подделкой. Тут он стоит 6 евро, здесь есть разные журналы и, конечно же, кукла. Мне очень понравился вот этот чехол. Только, опять-таки же, он не на мой телефон. Господи, это место идеально. Я хочу такую подушку. Я тут нашла целый отдел со свечками ароматными. Я хочу сейчас понюхать некоторые. Такой себе. Мне нравятся вот такие вот баночки. Здорово выглядят. По-хорошему, мы приехали в Carrefour, чтобы купить аккумулятор для нашего Bentley. Ладно, шучу. Это слишком дешево для нас. Опять шучу. Шутка удалась, правда? Для Ferrari, на самом деле. Как вам халатик? О, это то, что я хочу. Серьезно, какие цены. Вау. Так как, думаю, меня ждет очень много полароидных фотографий. Их надо просто повесить. То, скорее всего, я куплю вот такие вот скрепки. Знаете, чему я безумно рада? Что в этих магазинах есть вода, которую можно налить. Спасибо большое. И, наконец-то, мы с вами перешли к детскому отделу. Пока я пью водичку. Ой, смотрите, тут новые Enchantimals. Я еще не видела такую. Вы прикиньте, ребят, взяла я запасные вещи с собой. И что вы думаете? С этикетками. Зашибись, правда? Так как у нашей тачки наконец-таки появился аккумулятор, господи, это свершилось, мы решили сегодня прогуляться. Для начала мы заехали на машиномойку, потому что она в офигенно грязном состоянии. Потом мы поедем в горы. Кстати, как вы можете заметить, безумно солнечно, мне просто жарко. Я сейчас сижу на очень горячем камне, и тут плюс 30. Сейчас 2 часа. Я, честно говоря, не привыкла к такому графику. Для меня это очень рад. На обратном пути мы поедем по магазам. Ура! Поэтому оставайтесь со мной обязательно. Ну все, теперь мы поехали. Машина чистая. Без меня сейчас уеду. Ой, вы не поверите, насколько же тут жарко. Только посмотрите, какие безумно красивые виды. Здесь обязательно нужно записывать очень много историй. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, если вы еще этого не сделали. А также включайте уведомления на мне, чтобы не пропускать все мои новинки. Та-да-да-да. Выход, пожалуйста. То есть рядом с туалетом вы можете еще прогуляться туда вниз. Делать я вам этого не советую. Ну, вообще, конечно, выглядит немножко смешно. Сегодня мы приехали в торговый центр. Я очень вызывающе одета, но ничего, ничего, я же девушка. Посмотрим, что же можно купить и, возможно, сделаем покупочки.
Пойдем в Лафайет. Вы только посмотрите, какое крутое оформление. Нам еще дали конфеточку, вот такую вот за покупку. Шли мы наконец-то из торгового центра. Мы безумно устали, но зато с покупками. Если вы ждете хол, то пишите в комментарии. Поверьте, мне так было тяжело сейчас держать этот пакет. Просто жесть. Сегодня мы приехали в центр Ниццы для того, чтобы пошопиться. И мы с покупками! У-ху! Всем привет! Сегодня мы решили с друзьями приехать в центр. Мы будем гулять, поэтому оставайтесь с нами, чтобы не пропустить все интересности сегодняшнего дня. Свернем, у меня будет лицо такое. Сейчас мы зашли с ребятами в кафешку и взяли мороженое. Илья, что ты пьешь? Это водка? Ну а так как меня никто не снимает, то тебя снимаю я. Надеюсь, вы не попадаете. Уже надо снять. У меня все такие кадры, типа... Да. Зачем что-то говорить на камеру, когда можно просто смотреть на нее? Да. Да? Ой, конфетки. Вы вообще хотите сейчас прикол? Подхожу я к дому, ключей у меня нет, никого дома нет. И я просто такая, что мне делать? И в итоге я сижу на променаде. Что? Все друзья уже, значит, разошлись. И сейчас сижу перед морем и записываю вам этот влог. Жесть, да? Кстати, да, я ни разу не упоминала о том, что я хожу на пляж. Не брала камеру с собой. И, соответственно, я ничего не записывала, кроме каких-то, короче, сторис в Инстаграм. Я каждый день по 2 раза хожу на пляж. Сегодня я снимаю вторую мою распаковку по ссылке. Позавчера я снимала первую часть, сейчас уже вторую и третью решила доснимать. Я сделала такую смешную гульку на голове, ну, пусть будет, хоть какое-то разнообразие, потому что я постоянно с прямыми волосами. Вот такие вот посылочки ждут своего вскрытия, поэтому я погнала. В общем, я только что закончила снимать первое видео, и, кстати, это вышло безумно быстро. Я его сняла приблизительно за 15 или, может быть, 20 минут. Дольше готовлюсь к своим видео, чем их снимаю. Ну, бывает такое. На самом деле, я делюсь на 2 типа, когда снимаю распаковки. Первый тип, пожалуй, это когда я безумно веселая. Я вообще такая болтушка. Могу рассказывать все, что можно. Любые истории, вообще, вот... Знаете, у меня просто какой-то поток информации. А второй тип, это когда я безумно уставшая, просто сижу и такая смотрю на камеру и что-то непонятное говорю. Поэтому вот такие куски я вырезаю, и потом при монтаже я просто смотрю. А сейчас я уже буду готовиться ко второму видео, буду снимать эту гульку, наверное. Но перед этим, конечно, запишу очень много историй. Это же я. Сейчас посмотрела на себя и поняла, что это какой-то кошмар. Удалить это видео к чертям, которое я сейчас снимала, и больше не делать эту дрянь на моей голове. Как вы думаете? Помните эти формочки для мороженого, которые я вам очень часто показывала в холле и прошлых видео? Вчера залили туда манговый сок, и в итоге получился вот такой вот фруктовый лед. Он меня прямо охлаждает, потому что после видео я безумно уставшая, и мне очень душно, и хочется как-то охладиться. Сейчас я уже подготовилась ко второму видео, и мне почему-то захотелось провести трансляцию в Инстаграме. Поэтому обязательно подготовьте свои вопросы, если они... Не знаю, с чего вдруг ко мне пришла такая идея. Ладно, все, пойду снимать, потому что у меня очень мало батареи на своей камере. Be cool and crazy. Пока-пока! Только что я сняла новое видео, ура! Мне, честно говоря, что-то жарко опять стало. И сейчас буду проводить трансляцию в своем инстаграме, как я и обещала. Ребята, вы во влоге. Сейчас я записываю трансляцию, поэтому мне очень приятно. Спасибо, кто заходит.
только что записала трансляцию в своем инстаграме. Кстати, если вы еще не подписаны, я безумно устала, но эта усталость, она очень приятная, потому что я столько говорила за сегодняшний день, у меня просто язык уже заплетается. Зато я безумно счастлива, что я наконец-то осуществила все свои планы. А сейчас я побегу на пляж, потому что мы договаривались с подругой встретиться, и наверняка она ждет, когда я ей напишу. Это моя жизнь. Мы вечером решили выйти погулять по променаду. 10 часов. Нормально. И посмотреть салюты. Вон вы вдалеке, да. Можете что-нибудь увидеть, разглядеть. Наверное. Но это не точно. Сегодня праздник во Франции. В Италии. Не знаю, в каких еще... В Италии. Что ж праздник есть? Сегодня тоже праздник. Ну вот я это и имела в виду. Безумное количество народу на пляже. Потому что все решили посмотреть этот салют. Шикарно, вау, вот это салют. Я таких в жизни не видела. Сравнение с Москвой. Да. Да что, в России там какие-то капельки разлетают. Да, здесь мощь. О, ага. Напишите в комментарии, ездили ли вы в этом году на море летом, или же еще поедете. Также жду ваши лайки, подписки, активировать колокольчик, это тоже очень важно. Не забывайте общаться со мной в социальных сетях, я вас всех безумно люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!